Девчонки, добрый день. Руки все никак не доходят до распаковки посылок. У меня небольшая распаковочка. Вот здесь у меня кальсоны мужские для сына. Здесь у меня брюки ему, Томми Хильфигер. Здесь у меня Ральфик. Сейчас я открою. Красный Боб английской марки. Вот, я взяла на скидке. Очень неплохой. Лондонский бренд. И здесь платье красное. Также английской марки. Wishless. Если я правильно произношу. Сейчас откроем и посмотрим. Вот такой пуловер от Ральфика. Далее XL, то есть французский, это получается 42-44. Качество у них спорное, не всегда, я бы сказала, что все топ, но мне нравится такой стиль пуловера. Я старые пуловеры просто беру, отдаю, я их не перепродаю, ничего, отдаю и закупаюсь новым, старым новым. Но этот легкий такой катоновый бобик мне очень понравился. Классный. Видите, англичане, они все-таки, не смотрите, что у меня руки красные. Я перебирала ягоды, потому что буду варенье делать, и все руки красные. Вот такой неплохой, качественный. Он обошелся мне, пуловер мне обошелся в 170 с чем-то евро, 175 или 176 евро. И на скидках этот бобик обошелся мне, кажется, в 40 с чем-то евро. В 48 или в 49, я уже точно не помню. На пуловер была скидка, на боб была скидка. На брюки для сынульки была скидка, Кевин Клайн Слип тоже была скидка, и на платье легкое летнее, катоновое, также была скидка. Я выставлю цену, вы посмотрите. То есть практически я все взяла по скидке. А также нижнее белье, где я постоянно покупаю нижнее белье, я взяла по скидке. В нижнем белье была очень хорошая скидка, где-то 35-40%. То есть я сэкономила. Обычно я белье покупаю больше 200 евро, а здесь я сэкономила 100 с чем-то евро. Это здорово, потому что комплект очень витаминный, очень классный. На лето, на загорелую кожу. Правда, у меня будет немного выходных, но все-таки мне удастся вырваться. На неделю мои будут отдыхать до конца месяца, августа, а я смогу недельку отдохнуть на море, поплавать, понырять, позагорать. Это здорово. Ну, неделя, к сожалению, вот так. Но уже, я считаю, это за счастье. Значит, сейчас посмотрим, я открою это платье. Платье шикарное. Я хотела зеленое, потому что было зеленое, синее, светло-синее. Но у меня есть темно-синее марки Кос. Правда, оно немного полнит, как фасон платья. Ну, мне, например, все равно. И вот я взяла красное. Мне очень понравился сам фасон, сама структура материала, потому что катон это хорошо, легко. Когда очень жарко, и оно на каждый день оно прекрасно подойдет. Wishless написано, сделано в Португалии, где-то до 89 паундов. Это где-то 100 с чем-то евро. То есть я сэкономила деньги тоже. Пардон. Хочу сказать, что этот бренд английский, если вы зайдете к ним на сайт, вы увидите, что качество намного выше оценено, действительно, качество у них выше, чем у Massimo Dutti или у того же Кос. Это правда. У англичан у них очень хорошее качество. Вот, представляете, такое платьице, шлепки, бобик, неплохо, да?